Снег пошел. Снег хорошо. Тепло на улице. Сегодня у нас задача залезть сейчас на крышу и почистить трубу. Пришло время почистить трубу. Иначе, если ее не чистить, она забьется и будет кирдык. Надо залезть на крышу. Никогда это не делал. Буду делать первый раз. Эй! Есть кто живой? По-моему, никого. Так, ладно. Полезли. Берем палку, на ней специальная штука, называется трубочист, и опускаем ее в трубу. Делаем пару таких движений, вот, чтобы вся налипшая фигня вылетела на гар. Вот. Теперь оно валит из трубы прямо ого-го. Сразу дым идет и весь нагар вылетает. Ну а теперь также аккуратненько слезаем с крыши. В деревенских домах это, в принципе, стандартная работа трубочиста. Если ты не будешь чистить трубу, в один прекрасный момент дым пойдет через задвижку и можно угореть. Поэтому трубу надо чистить хотя бы раз в 3-4 дня. В зависимости от того, какими дровами вы палите. Если сосновыми, то раз в 3 дня. Если березами, то можно раз в неделю и попозже. Ну вот мы почистили трубу.